Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас обзор на вот эту вот семерку. Вот она, вот сейчас. Встану сюда. А, собачка! Теперь где собачка? Собачка. Собачка что-то не одобряет мои шины. Вот ей хрен придет сейчас. Короче, я попал в небольшой ДТП. Вот чуть-чуть подбил тачку себе, подмял чуть-чуть. Вот тут чуть-чуть подмял. И вот еще спереди вот тут. Мне, короче, друг сказал, ну подъезжай ко мне, подрифтуем, все сделаем. Вот. И я и поехал к нему. И заодно я захотел сделать обзор на тачку. Нет, ну какого хера я стал? На приорике. Вау, щит! Теперь тебе, девочка. Давно я не стрелял в GTA, конечно. А теперь это чувака. А ты лох, челохопит. А, вы еще там. Так, это ты. Ну на тебе. Да, я что-то разозлился, то, что моя семерка разбитая. Так, ну давайте о машине. Про саму что-то мы даже не проказали, ничего, про тачку чуть-чуть не сказал даже. Охренел что ли, вы. Ну смотрите, вот, это Лада. Вот. Видите, Лада 2107. Движок обычный, карбюраторный. 16-клапанный, может быть. Или 8-клапанный. Или 8-цилиндровый. Короче, поехали. Движок, короче, у нас 98 лошадок. 98 лошадок у нас. Короче, вот ты дура. И вот, короче, нам чувак сказал, ну подъезжай, подрифтуем тачку, все. Надо просто выпрямить ее нафиг. Так, выпрямим сейчас, покрасим, все будет круто. И окончательный удар у нас будет об эту. Нормально. А тут что у нас? О, крутая тачка. Что, заезжаем сюда? Открывай, биг книга. Книга, what the fuck? Автомобиль заменяет Вулкар Варенер седан. Так, ну что? Ремонт, все, подрифтовали, все классно. Броньку ставим, конечно. Тормозюки, бампера. Лайк за бампера, друзья. Лайк, большой лайк. Двигайте, конечно, глушитель. Вот за тюнинг лайк, друзья, за тюнинг лайк, именно за тюнинг. Эти поставим. А еще открыть радиатор. Вот хорошо, что тюнинг ставится. Вот это поставим. Фары. Поставим это. Нет. Вот это. Потом капот. Да, капот ставится. Ставим. Нет, карбоновый капот нафиг надо. Клаксон. Этот. Полицейские фары. Ксенончик. Блин, нафиг я выехал. Нет, ну, надо сейчас перезаехать обратно. Уже валит неплохо. Опять чуть-чуть подрифтовать надо нам. Так, перезаезжаем. Чиним, блин. Так, капот, фары, делали номера. Черная краска матовая.
Может какой-нибудь серенький, вот лаймовый. Вот эту, эту серую. А что у нас еще дополнительный цвет? А, бампирочки. Ну давайте такого же цвета. Не бито, не крашено. Вот у нас сиденьки, все круто, прям сиденье есть, самая лучшая тачка. Пороги. Пороги эти. Спойлер. Вот, не говорите, что вас этот спойлер тоже не пугает. А, сейчас. Вот этот спойлер, он офигеть как пугает. Давайте покажу, поставим вот этот, который пугает, спойлер, подвеску. Когда они едем, конечно. Трансмиссию гоночную, турбонаддув. Колеса. Так, колеса спортивненькие. Вау, у нас сейчас такой тазик получится на стиле. Сейчас даже вот эти. Лоурайдер. Нет. Так, получается, нам надо поставить вот эти катки. Вот эти. Ребят, что за звук сейчас? Что за звук сейчас? Да, какой-то звук сейчас. На секундочку прервусь. Так, я выбрал себе катки. Вот эти. Цвет колес. По тачку, конечно, сейчас будем выбирать. Вот это, да? Модификация. Пульстойки. Стекла. Тонируем. Ну и выезжаем. Вот этот, блин, вот таз. Вот настоящий пацанский таз. Что сказать еще? Вот самый настоящий пацанский таз. Вот красота прям. Прям красота. Вот прям красота. Вот что еще говорить? Я даже не знаю. Вот. Не говорите, что не красота. Говорите, что эта тачка некрасива. Ну, поехали дальше кататься. Давай попробуем сейчас дрифтануть. И дрифт! Уу, щит! Не бито, не крашено. Не бито, не крашено! Вау, дурацкий, русский! Так, едем. Оп-оп-оп. Тоже не вредно. Вот управляемость. Вау! Вау, мотоциклист! Вот это неуправляемость, я понимаю. Давай, бомбила! Нет, он охерел. Проверка на прочность. Сейчас будет проверка на прочность. Так, так, так и пу! Так, ну что, так, покатаемся чуть-чутка и будем ее краш-тестить. Идите. Вот это был дрифток. И псина. Ну, чувак. Биг. Бибик. Би-би-би-би-бик, би-бик, би-би-би-би-бик, биг-биг-биг. Давайте от первого лица. От первого лица все спортивно. Классно от первого лица. Ну что, погнали дальше. Чувак, ну ты знал, по дороге нельзя ходить. По дороге нельзя ходить. Дебил жирный. По дороге нельзя. Опчик! Он, наверное, не знал, что нельзя курить. Вот иди сюда. И ты тоже. Хотела мусорам позвонить? Нет, ты не позвонишь мусорам, потому что я тебя прострелил. Прострелил тебе.
тебе бошку, башку, башку. И ты тоже хотел мусорам позвонить, тебе ты. Он булочку кушал. Он просто кушал этот донат. Я ему помешал. И кушать эту булочку. О, булочка, крутая булочка. Булочка. Ух, надо валить. И как только со старта дрифтанули и оп. Так. Ущит. Сейчас без бита. Ущит. О, байкер! А ну стоять, псиновшевая. Псиновшевая, стоять на мне. А, надо на фар. Нам нужно сейчас выехать на это. Мы же не проверяли, сколько она валит. Ну я до сотки. Сейчас надо. Тут рядом есть трасса, сейчас выйдем на трассу, будем валить не по-детски, конечно. Сейчас будет риток, все. Блин. Когда я буду на трассе, друзья, я включусь. Так, друзья, я вот на трассе уже тут дрифчу. Так, едем. Сейчас засекем, сколько она до нуля, до сотки. Вы чё, офигели, что ли? Мотоциклист! Блин! А прямо бэху вмялись. Прям бэху у нас пострадала нафиг. Так, ну что, сейчас засекать будем? Давай. Поехали. Блин, я чуть назад поехал. Поехали. Пять шестьдесят один для этого корыта. А, наконец. Давай, поехали. Волна. Вертолет. Чувак, ты около водички? Ну что ты не купаешься? Почему вы не купаетесь, Нига? Блин, я заехал в воду, сейчас утоплюсь. Да, я не утопился. Тек. Этот Нига не сдох, я же... Да, what the hell? Как будто он сражал, штаны себе так орёт. Вау, Нига Экспресс. Так, сейчас будет взлет. Раз, два, три. Йоп, иди отсюда. И ты иди отсюда. Ну ты же на тебе. Давай. Друзья, ну что, непосредственно переходим к нашим краш-тестам. Друзья, я, короче, знаете, я не мог перейти к краш-тестам. Я тут нашел одну парочку. Они тут в бассейне, наверное, купались. Я им, наверное, помешал сделать одно дело, чтобы они гуляли смело. О, у них магнитофон есть, ну крутые. Так, мы подходим, смотрим, что там есть. О, чувак, там все нормально? Сейчас. Дробовик булап, дига. Нет, ну я, вы такого не достойны, крошки. Получи.
О, ботинок, что ли? Ботинок. О, бомбочка! Ну что, к рештезам переходим, друзья, наконец. Так, друзья, продолжаем на вот таком вот сером. На серой семерочке. И опля. Опля. Опля, опля. Опа. На тебе. На. На. Уже пупку подмель. Давай, давай, давай. Ты дышь. Покидец. Ух, хрен, она взорвалась. Пу. Блин, да он врежда в этот долбанный заборчик. Нет, ну это норма, что она так помялась, нахрен. Конечно, она не сильно помялась, но... Она взорвалась, нафиг. Так, друзья, поехали на такой нежно-розовой семерке, которая не детский валит. Сейчас подрифтим даже здесь. Давай, круги нарезай, давай, давай, давай. Давай, нарезай кружки, нарезай, 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 нарезай. Опля, 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 опля. Тарец, давай, давай, и оп, и... Сейчас взорвется. Нет, взорвалась, молодец. Пуф, опять не взорвалась. Что-то у него разбиваемость какая-то фиговая. Какая-то фигня, а не разбиваемость, конечно, друзья. Ни хрена себе! Нихуя просто, ребят. Сука, блядь. Меня забомбил. Быстренько вставай, надо расстрелять тех. Нет, я хочу покончить с собой, друзья. Так, друзья, продолжаем на синем, на синей семерочке такой, прям на красотке. Оп, 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 оп. Фрэнк, да, Фрэнк. Оп, 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 оп. Так, оп, оп, оп. Давай, давай, и оп. Так, ну нифига себе, давайте еще за ее куда-нибудь еще треснем. Что-то как-то она по-тупому разбивается. Давай еще какую-нибудь тачку разобьем для сравнения. Для сравнения еще какую-нибудь тачку разобьем сейчас. О, бич. 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 На. На. Ну, 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 ну. Давай, давай. Сейчас для сравнения еще какую-нибудь тачку разобьем. Нет, ну вы запомнили, как она разбилась? Вот, смотрите. Запомнили? Сейчас еще одну тачку для сравнения возьмем. Так, а, друзья, для сравнения я взял вот эту Toyota Supra. Ну, хорошо, ну, хоть у нас обзора не было, но будет, скоро обзор будет на нее, конечно. Ну, сейчас для сравнения ее раздолбошу. Сейчас посмотрим на нее, как она тут разбивается. Блин, это так все тачки плохо разбиваются, нафиг. Что за фигня? Что с модом за фигня? Так, ребят. Надо мод переустановить. В следующей серии все будет нормально. О, и дверь за мной, конечно. Без этого никак, конечно. Что-то с модом какая-то фигня. Я же хотел же мод, как это... А! Прям олени, только не на олени. Я люблю животных. Не хочу их убивать никогда. Ну, прям я... На! Дебилы, это они, наверное, у меня мост сломали. Говнотечка, речка, говнотечка, ребят. Речка, это просто говнотечка. Речка, говнотечка. Речка, говнотечка. Плыви. 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 Нафиг. Так, друзья, продолжаем. Я взял этот долбанный БелАЗ. Сравните их размерами нафиг. Ох, нифига. Я надеюсь, БелАЗ сделает свое дело. Он раздавит эту семерку нафиг. Она не взорвалась? Она только сгорелась. Это мне нравится, что она только взорвалась. Давай, блин, раздавай ее нафиг. Давай, нафиг. Давай. Блин, мы тоже загорелись. Мы тоже загорелись. Олень!
Олень, иди ко мне, дружище. Дружок. Иди сюда, ты, ишачина вонючая. Привет. Ой, извиняюсь. Я двенашку сбил. Извиняюсь, конечно. Ребят, смотри, двенашка нормально разбилась. Ишаки! Ишак! Ишак! Ишак, слышь? Слышь, ишачина. Болгарь, с тобой все в порядке? Нет, ну с ними не все в порядке, конечно. Ты че там? Ты офигел, что ли? Ты тут на своей машине? Ты типа крутой, что ли? Крутой, что ли, на своем внедорожнике? Да ну. На тебе все колеса нафиг. Почти все. А ты тут что встал? Инфинити вонючий. На. Порезать. Две одинаковые тачки. Не, ну не охренели. Ну что, друзья, заканчиваем серию. Я надеюсь, вам понравилась серия по обзору этой семерки. Я думаю, вам понравилось, друзья. Круто же, вот прям экшен. У кого на канале вы еще увидите такой экшен? Вот именно, ни у кого. Друзья, так что подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Обязательно. Вот я даю себе время поставить лайк. Поставил? Еще чуть-чуть даю времени. Поставил? Ставь. Все, поставил? И теперь, кто впервые на канале, тоже ставь. Все, поставил? Да? И подпишись на канал, жду. Подписался? Все, молодец, подписался. Ладно, что, заканчиваем серию, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, друзья.